Для партнеров с
большую компанию. И эта компания. Современная деловая документация – это обязательная составляющая маркетинга рекламы, которая усиливает наши организации и должна быть выполнена в отдельном стиле с использованием фирменных цветов товарных деловых организаций. После анализа конкурентов было принято решение не использовать для идентификации раздела фотографии, например, на сайте. Я выбрала конечный стиль фотографии в виде линии обычной. Для этого был взят за основу непосредственно сам логотип. В этом мне помогла уже разработанная ранее модель сетка. Далее был поиск дополнительных элементов, косвенно указывающих на проблематику разделов, а также подобные цветовать. Далее непосредственно сайт, я разработала сайт. Все страницы создаваем мой сайт в видимом стиле. Главная задача из уровня дизайна — это начальная страница и страница уровня, которая позволяет связать видимо все страницы сайта и максимально эффективностью использовать возможности. В заключение я могу сказать, что для того, чтобы выделить клинику от конкурентов, я постаралась учесть все недостатки и достоинства, выстроить четкую, понятную клиенту визуальную коммуникацию, подбирали свои удобно читаемые шрифты и спокойно цветовая. Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, поставленным на это установке задачи. Он отличается от других своей простотой и нестандартным расположением контента для приятного спокойствия, спокойного ознакомления с важным информацией. Также учтена возможность непосредственного привлечения клиентов через форму заявки. И расположена на главной странице, что вероятнее приведет к повышению прибыли клиники и привлечению новых пациентов. Данного проекта обусловлена необходимость
образования в области выбора организационных форм предпринимательства стоматологии, адекватных сложившемуся рынку стоматологических услуг, отвечающих целевой ориентации стоматологических учреждений на решение проблем, возникающих в сфере оказания стоматологической помощи населению. Проект вносит новый подход к созданию фирменного стиля в медицинском направлении. Творческое решение является интересным и выделяющимся на фоне большинства конкурентов данной сферы. Посетительная записка и проектная работа выполнены аккуратно. В них учтены основные требования действующих технологических процессов, а также продемонстрировано умение автора применять технические и программные средства. Измайловой Оксане Олеговне обработано достаточно большое количество материала на теоретическом и практическом уровне. Материал выпускной квалификационной работе изложен соблюдение внутренней логики, между разделами прослеживается логическая взаимосвязь. Отличительной особенностью работы следует считать последовательное прохождение всех этапов выполнения творческого задания. Дипломница, опираясь на богатую информационную базу, разработала дизайн фирменного стиля и веб-сайта профессионально. В целом дипломная работа отвечает всем предъявляемым требованиям и заслуживает отличной оценки. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну, теперь послушайте, Гилю. Оксана сделала, на мой взгляд, очень хорошую работу. Есть такое хорошее понятие, как промграфика. Это вот, которое определяет некий такой вкус и умение подать простых, очень лаконичных графических формах, создать образ и, главное, некое изящество решения. Вот в этом Оксана, на мой взгляд, очень даже преуспела, создав современный стиль, очень актуальный, и при этом еще и соблюла вот эту некие требования к графике, которые выдвигаются. Еще хотел бы отметить, что в данном случае Оксана активно, самостоятельно работала. Я имею в виду, что она консультировала еще довольно много, делала вариантов и сделала это довольно... На удивление, она стала работать даже лучше, чем когда училась. И это меня несколько даже поразило и удивило. Это приятно. Приятно, что человек, который заканчивает, набирает только вес и делает это все больше и больше. И становится лучше в своих профессиональных качествах. Ну а в дальнейшем, надеюсь, что у Оксаны тоже все хорошо сложится. Все хорошо. Спасибо.